Привет! Сегодня хотела бы вам рассказать, как играть с ботом и как я играю с ботом. Итак, после покупки вы закачиваете файл, и в этом файле есть ссылка с ботом и подробным видео, как рассказывает один из программистов. Вы этот файлик, вот этот бот будет, берете, распаковываете, нажимаете правую кнопку мышки «Извлечь все». И у вас извлекается в нормальную папку, когда вы открываете папку UL называется. Или через 7-zip открываете вот Extract Files. Вот на эту кнопочку, и он также весь распаковывается. Ну вот извлечь все. Итак, мы берем, открываем этот файл UL. UL, да, в блокноте. И копируем этот бот. Прям полностью, вот до галочки, вот не должно быть пробелов лишних. Мы его выделяем и копируем. Дальше идем на наш сайт. Что мы должны сделать? Мы вот скопировали бот и буфер, а мы покликаем здесь по рекламам. Пускай сайт немножко у нас подзаработает. Покликаем по рекламам. Обновим наш сайт FreeBitcoin. Смотрите, я открыла в двух вкладках, чтобы зафиксировать нашу сумму. Теперь что мы должны сделать? На пустом поле нажимаем правую кнопку мышки. Ставим на пустое поле мышку, правую кнопку мышку, просмотр кода элемента. Или, как рассказывает программист, Ctrl, Shift и G. У нас выходит вот это вот меню. Да, это как внутренность вот этого, что мы видим на экране у нас. И вот здесь вот консоль. Здесь будет вот как кнопочки, да, вот это вот Tab, Arrow. Не обращайте на это внимание, это ошибки самого сайта. И вот здесь, где у вас стоит галочка, мышка, мы вставляем наш бот скопированный буфер обмена горячими клавишами Ctrl, V. Вставляем, нажимаем Enter. Вот. Так вот он у вас должен зафиксироваться. Теперь мы его просто сворачиваем, и у нас на сайте появляется вот такая вот картиночка. Итак, что мы делаем? Мы начинаем тестировать, как нам сайт отдает. Ставим здесь один. Здесь вы поначалу, как у вас будет мало, да, вы вставляете 2000. Ну, смотрите по суммам. Рекомендую лучше не от 20 даже, а от 40 тысяч. От 40 тысяч начинать играть. Вот. Или играть с 20 тысяч, но по маленьким суммам. С начальными маленькими ставками. Например, 1, 2, 5. Рекомендую так, а то будет все сливать. С большими суммами уже можно играть по-крупному. Итак, мы будем тестировать. Я вот здесь вот могу уже поставить, у меня тут 0.02, здесь 0.01 я поставлю, а здесь я поставлю 0. Это максимальная ставка. До скольки бот может играть? Вот до 100 тысяч. Итак, количество выигрышей я ставлю всегда 1. И смотрим, как он отдает. Начинаем кнопку играть. Вот, смотрите, он совсем у нас не отдает. Вот, за игру сделано 8 ставок, и он выиграл. А здесь уже можно, нужно, ребята, уходить и не играть. Мы возьмем, просто закроем, обновим страницу. Так, вообще закроем полностью и откроем заново. Либо вообще рекомендую, как бы вам, например, вот капчу ввели, капчу, и поиграть минут 5. Все, уходите, ребята, через полчаса можете также обратно поиграть 5 минут. Я понимаю, охоту быстро заработать биткоины, но он также и очень быстро зарабатывает, да, и он очень быстро сливает. Вы не представляете, какие суммы он сразу сливает мгновенно, и просто, я не знаю, очень-очень жалко. Как бы тестировала, смотрела, потому что каждый код нужно тоже так же тестировать под себя. Может, ну, вы какую-то другую стратегию разработаете, да, за работу с ним. Ну, вот я тестировала и слила вообще абсолютно все, уже почти был один биткоин, я взяла его и все слила. Ну, ничего страшного, еще сделаем.
Просто я сейчас вот покажу теперь действительно, как я просто действительно посмотрела, что будет дальше, и дальше, оказывается, нельзя просто играть. Вот, я обратно его включаю, обратно берем и проверяем. Здесь ставим 0, здесь одинёрку, здесь так. И играем. Вот, две ставки, еще раз посмотрим. 5-2 ставки. Можно играть по-крупному. Я ставлю сразу 500. Смотрите, смотрите по интуиции. Вот, видите, 6 ставок. Это уже очень многовато. Я также обратно перехожу на 0-10. И играем поменьше. Потому что, видите, он начинает играть как бы минус. Но все равно в плюсе идет, потому что максимальная ставка у меня стоит 100 тысяч. И он все равно. И вот это надо проиграть. Я вижу, если он начинает мне отдавать, я обратно ставлю 500. Смотрите по интуиции. Вот видите, видите, уже страшно, страшновато. Но я все равно играю. И еще какой момент, вот смотрите, играем, 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 но все равно будет отдавать до тех пор, пока у вас здесь всего сделано ставок не будет превышать 100. Как доходите, здесь всего сделано 100 ставок, будем дальше играть, смотрите, играем, спокойно играю, вообще спокойно. Но все равно, если превышается уже 8 ставок, к примеру, за одну игру, то нужно поменять немножко, опять встать на 9. Ой, на 10 начальная ставка, вот здесь вместо 500, и будем и проиграть немножко на 10, на 10, на маленькой ставке. Ну, вот так вот играем до 100, до 100 ставок. Здесь вот я поменяю уже 6, уже как бы страшновато. Я проиграю на маленьких ставочках. Вот. Здесь уже 104, уже, ребят, уходите сразу, лучше обновить. Вот я не запомнила, какая там цифра, да, не открыла сайт, но, по-моему, было. Я вам еще раз покажу, сейчас просто уйдем. Еще раз покажу, как это делается. Открою сразу в двух вкладках, чтобы вы запомнили. Это все в реальном времени, вот 13:55. Начинаем играть. Такую же процедуру, правой кнопкой мышки. Просмотр кода элемента, консоль. И у нас уже, в буфере есть. Да, мы просто вставляем горячими клавишами Ctrl-V и нажимаем Enter. Все, сворачиваем. Дальше нажимаем здесь 1, здесь 0, здесь 1, здесь 1. Еще раз запоминаем наши суммы. Здесь мировое время 13:55. Начинаем тестировать, играть. Так, ставим 500. Начинаем играть. Здесь немножко уменьшим, потому что он постоянно отдает. Не будем рисковать. Риск большое дело. Но кто, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Нет, лучше вот с ботом опять, видите, 6. Ну, дальше поиграем. 84 ставок всего сделано. Все, 100. Смотрите, какая у нас цифра стала, какая была. Видите, сразу нам 20 тысяч, да, по-моему, 30 тысяч мы набрали. Время у нас 13:57. Было 13:50. За 3 минуты мы сделали 30 тысяч биткоинов. Я думаю, это хороший результат, да, и, естественно, быстро. И смотрите, вот мы поиграли 3 раза, по-моему, да, проиграли. Вот я 3 раза играю вот так вот, до 100 дохожу, сбрасываю, обновляю опять, 3 раза. И все, я ухожу.
Потом подходит, проходит капча, я опять подхожу, опять проиграю. Проиграю также вот три раза и ухожу. Ребят, больше не жадничайте. Я понимаю, что охота быстро набрать, но вы и так этим методом быстро наберете. А как бы этот бот очень работает, он набирает биткоин, вы сразу вы видите. Но когда мы начинаем жадничать, он сразу сливает. Я вот пожадничала утром и слила вообще абсолютно все деньги. Его было очень жалко. То, что было, как бы, все равно мы уделяем это время, да, свое, это наше время, как бы, это наши деньги, наш заработок. И очень жалко, когда они будут уходить. Не рискуйте, не надо, не рискуйте, и будьте просто умнее. Чувствуйте и смотрите по своей интуиции. Если вы хотите уйти, уходите. Все равно же можно обновить и также включить этот бот и дальше же играть. Ясно? Ну все, давайте, удачи, зарабатывайте очень много денег. Удачи, успехов. Пока-пока.